Уважаемые жители Горного Чебоксарска, я рад вам сообщить, что 19 мая в рамках Республиканского дня здоровья вы можете попробовать сдать нормативы ГТО на базе детской спортивной школы номер 1. В нормативы ГТО входят такие виды, как прыжок в длину, наклоны, отжимания, подтягивания, рывок гири, а также другие виды. С нормативами вы можете ознакомиться на сайте gto.ru в разделе «Нормативы». Ждем всех желающих.